Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Енот, как всегда, отличное настроение. Енот, поздоровайся. Здорово. Сегодня будем проходить очень сложный и крутой уровень в игре Bonnie Lab. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали. Хорошо, разгон. Есть. Так, ага. Давай, если что, я тебя буду ловить. А я после тебя, я сейчас буду с разбега такой. А, я понял, или хорошо. Или поймаешь. Опа. Есть. Я хочу посмотреть, как ты будешь прыгать. Пойдет. Будешь прыгать ко мне сюда или нет? Давай, иди. Есть. Красавчик. Блин, ребята, впереди топоры идут. И обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Больше лайков, больше будет игр по VR. И напишите в комментариях, какую игру вы больше хотите увидеть на моем канале. Гаррис Мод VR или Bonnie Lab, или какие-то еще классные игрушки. Так, я так понимаю, что это самое легкое. Да меня выкинул. Я тебе... Нет. Да я не хотел тебя выкидывать. Давай посмотрим, как он будет паркурить. Может, упадет все-таки? Отлично. Ребята, начинается веселье. Ё-моё! Нет! А сам. Я поддался специально. А тут надо хвататься или нет? Нет. Понял? Ну, можешь. Но я без. Я отскочил, ты видел, у меня пузо то ли толстое, что ли? Я с распрыжку вот так сделал. Есть! Всё. Ух ты, ё-моё, топоры! Если получается, мы сейчас проиграем здесь, мы начинаем заново? Да. Или здесь контрольная точка. А как узнать, что контрольная точка? Ребята, это очень стрёмно, обязательно поддержите нас. Блин, это страшно очень, ё-моё! Смотри, как надо. Давай. Смотри, как надо. Смотри. Как раз проверим, если ты проиграешь. Да как тебя не убило? Да что это за бред? Он не проиграл. Так, тут перепрыгивать надо. В конце. А нет, ты не умер. Ой, ты не вначале появился. Ребята, показываю один раз. Так. Ну давай. Так. Ох ты, ё-моё. А! Блин, это топористый вонючий. Так, хорошо, шутки прочь. Проходим, ребята, по красоте. Тихо. Ино, давай. Так, подожди, сейчас я. Так. Оп. Все, сейчас пройду. Опа. Я только тут споткнулся, у ступеньки. Ё-моё, да тихо. Блин, топор сразу убивает. Да я специально подаюсь, ребята. Ух ты, блин, я прям резко успел уклониться. Так, вот здесь надо как-то очень быстро подловить этот момент. Так, подожди, сейчас только эта штука уходит. Блин, это страшно. Это очень страшно. А, ну вот видите. А я танцую. Так, все, енот, иду. Все, то я пошутил. Я сейчас хорошо пройду. Сейчас я точно пройду, ребят. Смотрите, как надо. Блин, это жесть. Оно, короче, только меня цепляет, а сразу умираю, да? Что это сейчас, мне голову отрубило, что ли? Да. Там у них есть безопасная зона. Да все, не смейся, пожалуйста. Ладно, все, серьезно. Ну все, да. То ты там танцуешь. Вот точка, да, есть? Да. Безопасно. Получается, смотри, мне надо сейчас перепрыгнуть топор и как-то успеть добежать до тебя. Это ж можно правильно сделать? Да, и не споткнуться. Так. Сейчас, ребята, подлавливаем. Фу! Есть! Я очень рады. Прям волосок. Да, там прям волосы на жопе мне сбрило. О! Я вижу, как ты забагал. Что это с тобой? Что это сейчас с тобой было? Ты проиграл? Долго нельзя стоять на лестнице. Надо быстро идти по лестнице. Смотри, блин, веревку колбасит. Ага, стоп, есть. Я же качок. Смотрите, какие у меня банки. Я должен затащить сейчас. Отлично. Блин, классное испытание. Мне очень игра понравилась, Bonnie Lab. Ребята, надеюсь, вам тоже нравится смотреть Bonnie Lab на моем канале. Потому что это реально круто очень. А тут нельзя никак расшататься. На веревочке можешь, но есть. Все равно на лестнице. Есть. Что сейчас было? Что? Есть. Прям за соплю схватился. Дим, присмотрись на лестницу, она немножко подкошена. Я поломал чуть-чуть. Спасибо тебе, я знал, что ты очень добрый человек. Прям, получается, она прям доверху и полетели.
Что со мной? Что? Веревка! А ты видишь, что? А ты руку, у тебя правая рука запуталась в веревке. Ты обхватил ее. А, я понял. Сейчас. Ага. Блин, вот. Это, знаете, вот хоть тебе западло, это про меня. Опа! Там надо сесть мне. Схватил руками. Что? Что? А че я лезу, как рахит? Что? Так, подожди, давай бросим. Пусти лестницу, дай мне это снова. Она ж так, после меня. Прыгаем. Есть. Полезли. Красиво. Ребята, лезем по красоте. Дима, это выглядит со стороны. Долго я не могу, да, держаться или могу? Да-да-да, у тебя одна лестница уже упала. Что? Вторая падает. А, все, зачем ты это сделал? Нет! Блин! Медленно. Надо быстро, да? Да. Хорошо, быстро лезем. Давай. Нет, нет, есть. Блин, а на корточках сижу, это нормально? Быстрей. Да, нормально. И почти. Все. Нет, давай. Сантиметрик. Ты чего? Ё-моё, я испугался, я аж вспотел. Что со мной? Где я? А, ты выжил? Что? Куда ты выжил? Тихо, стой. Как? Что? Нормально, ты выжил. Вы видели? Что сейчас со мной? Пускайся. Ты я не понимаю, я в какой-то штуке. Игра! Смотри, видишь ее? А, вижу. Будешь шевелиться. Получается, надо прыгнуть и сразу туда, да? Да-да-да. Ну давай хватит. Ты первый. Ну давай. Я не взял разгон. Тут рахит. Давай еще раз. Я тут. Потом я, если у тебя не получится. Нифига себе, ты пружинишь. Лучше платформа. Ух, хорошо, ребята. Так, настраиваемся. Ребята, очень... Что? Тихо. Я сейчас упаду. Нет. Оп. Блин, а ребята, готов. Есть. Есть! Так, я понял, отсюда мне никуда не идти. Не получится. А если... Очень захотеть, не получится. Ух ты! А-а-а! Получается, надо сразу отпружинить и туда запрыгнуть. Ну! Так. А мы с тобой... А ты что на меня-то запрыгнул? Подожди, а что дальше делать? Мы не можем, получается, отсюда никак выйти? Да? Я вот тут попробую. Нет! Мне не хватает, я соскальзываю. Ой, Ася, ребята, давайте мы немножечко сделаем по красоте. Ах ты ж вон какой, жук. Так. Я не жук, я умный жук. Так, рука. Есть. Подтягиваемся. Посмотри наверх. Как ты там оказался? Как? Это же нечестно. Давайте я попробую поймать. Стой. Каш, когда будешь готовый. Потому что я не сильно думаю, что успею тебя поймать. Я сейчас разгончик возьму, нормально. Да, я смогу. Так, ребята. Я тебе по морде дал. Стой, держись. Давай руку. Есть. А у меня рука. Все. Бросай. За голову тебя возьму. Есть. Не зря взял большой скин. Извини, не хотел. Конечно. Так, что дальше? Давай возьму опять маленький скин. Так, ребята, опять возьмем чилипиздрика. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Смотри, какая штука. О! Их надо открывать. Да? Да, возьми. Давай. Потяни двумя руками. Да стой. Не открывается. Нет? А вот, открылось. Что произошло? Ты получил штуку. Так, пошли дальше. Бонус. Паркур же не закончен. Да, смотри, нам сейчас... Ого, я боюсь. Понял, по петлям. Смотри. Ух ты, ё-моё, ребята, начинается самое интересное. Хорошо. Согласен, поддерживаю. Оп, я промахнулся. Нет, на штыри упал. Это было больно. Это было очень больно. Хорошо, еще разок. Смотрите, профессионал прыгает. Опа, есть. А вот теперь, Почти тебя за ногу схватил. А где ты? О, давай, я тебя жду, я тебя поймаю. Давай. Не получилось.
так, так, так. Ну, есть. Есть. Да что ж такое? Красиво. Красиво. Есть. Есть, ура. Ну, в 10-й попытке нет, получилось. Нет, нет, не падай, не падай. Упади. Ну, ноги. Упади. Ноги. Я должен отомстить за себя, ты должен упасть. Нет. Я прошел. Я прошел. Ура! Блин, это было очень сложно и при этом очень круто. Давайте теперь поугараем с енота. Как он сейчас будет падать? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А чего я вообще не за что не схватился? Я чуть не подавился слюной от смеха. Давай. Вот это теперь можно поржать. От души. Давай. Дим, я живой. А я знаю, ты оттуда не выберешься, надо на штыки перепрыгивать жопой. А, все. Ну, ребята, напишите в комментариях, получится у енота сейчас пройти или нет. Есть. Я буду угорать, если он сейчас прямо вот здесь вот свалится. Это будет просто ржание в голосину. Так. Давай-давай, я в тебя верю. Кстати, вот тут самое сложное, потому что здесь вот оно идет под наклоном, вот так вот стоит. И поэтому как-то напряженно вылазит там. Ну что, готовимся, наши животы. И сейчас будем все ржать вместе, как енот упадет. Ну давай, 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 давай. Давайте чуть ближе встанем, чтобы видно было. Ты что там делаешь? Я хотел зачитерить. Блин, это круто. Давай, давай, еще раз. Я буду ржать постоянно, пока он не пройдет. Это просто ржачка будет. Давай еще раз. Подборка того, как енот падает. Я стараюсь, я не классно, понимаю. Классно, я знаю. Ты, надеюсь, сейчас не троллишь? Ты реально не можешь пройти? Нет, я тупо не допрыгиваю. Вот, вот, вот если молодец. С разбежкой в начале, то получается. Ну как-то рандомно, ребята, не одинаково. Так, смотрим. Я в тебя верю. Ребята, ставьте лайк, чтоб енот смог пройти с этого раза. Тогда я тут. Есть! Молодец! Ой, извини. Активировал? Да, второй чекпоинт. Хорош, есть. Хорош. Так, теперь я по трубе иду. Да? Да. Нет. Подожди, стой, игра. А как мне умереть? А, и можно теперь подпрыгнуть? Да, только тебе другой нужен был чекпоинт, или ты хочешь пройти так? Подожди, я хочу попробовать, как это эпично смотрится. Ну, ну. Есть. А, получается, я мог бы, по сути, зацепиться за веревку. Давайте, ребята, попробуем, как это. Попробуй. Показываю, ребята, один раз. Красоту. Смотри. А ну. Ну, веревка. Чуть не получилось. Ё-моё, блин, а эпично было бы. Давайте все-таки попробуем. Так, вон веревка надо. Я тебя буду ждать у кнопки. Нет. Ё-моё. Хорошо. По старой схеме попробуем залезть. Опа! Ого, нифига себе, я захватился так высоко. Тихо. А, я уже прилобался, смотрите, прям. Прям по красоте играем. Здесь красиво. Вот так вот. Вот так вот, повыше прям, с запасиком. Дима! Нифига себе, ты уже прошел. А тут по трубе шел, или как ты шел? Или вот тут? Не-не, ну нажми на всякий случай. Я прошел. Вот тут, да, проходил? Да-да-да. Нет, ну почему мне не везет? Тут инерция вонючая. О, тут дверь открылась какая-то. Это не инерция, это я нажал на кнопку, и эта штука... Ах ты жопа! Нельзя так было делать! Блин, я испугался. Ого, это что сейчас нам тут? Смотри, что мне... А, вон туда, да, надо зацепиться? Ребята, да. Профессионально показываю, как надо падать в лаву. Хорошо, хорошо. Блин, это самый интересный паркур за все время, сколько я играл на VR. А что тут? А как? Надо сейчас вот упасть туда? Или внизу. Или можешь не вниз, или можешь наверх. Я сделал поверху. А, по доскам? Да, я забрался на доски, прошелся вдоль стены и прыгнул сюда прям. Нет! Да блин, ну как-то тупо оттолкнул, аж ничего не нажимал. Ну давай, давай, давай. Только не падать, давай, только не падать. Так, получается, мне надо сейчас вот сюда. Да-да-да.
Ух ты, ё-моё. Тихо? Ага. Тихо. Фух. Перепрыгиваешь вот эту деревяшку и ко мне. Ребята, я это сделал. Дай пять. Стой. Ай, красота какая. Так. Смотри, что внизу. Ой-ой-ой. А если мы проиграем, то мы будем с этого места, правильно? Не знаю, но я пошел. Я тоже иду потихонечку. Так, а ты где? Ты внизу уже? Умер. А там лава внизу или что там внизу, я так и не понимаю. Нам надо в центр попасть. Ага, все, я полетел. Я попал! Я не попал. А ты как подгадать? Тут же никак не подгадать. Я просто в центр прыгнул идеально. Со второго раза. Нет! Да блин, ты видишь, я просто перед концом топор не откинул. Все. Летим в центр. Центр, давай. Топор. Идеально по центру. Я за топор давай. Держусь, он меня придавил. Что? Топор, уйди. На топор придавил. Тихо, падаю. Блин, разрезал меня напополам. Давайте. Во, тут вот, большая, по центру лечу. Красная кнопка, Дим. Есть, это было идеально. Кнопку, Так, давай, прыгай. Хорош. И в лаву. А там финал, походу. Нет. Лава, лава. Да как я на руки пружины вонючие отскочила. Так. А я попал. Ух, каким запасом я прыгнул. Ребята, вы видели? Опа. Мы это сделали. Мы смогли пройти? Да. 30 минут всего-навсего мы, ребята, проходили эту карту. Давай теперь наверх. Ах ты ж, читер. Да я не хотел. Я-то на стандартном скине прохожу это. Да я тоже, видишь. Ну все, я тогда... Я нажимаю. Нажимаю. Я нажимаю. Я нажал. А все. И драка в конце. Отпусти. Ребята, сейчас у нас будет финальная драка. Кто из нас победитель? Давай. Иди сюда. Монитор. А, у тебя монитор? Хорошо, давай. Ты с монитором, я без. Ох ты, жопа-то больно монитором. Угадал меня сразу. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.